Всем привет! У микрофона Олег Гром, а перед вами фонарь-конвой. Конвой, модель Z1. Это зум-фонарь с изменяемым фокусом. На диоде Cree XHP50.3 High работает он от аккумуляторов 21700, может и 18650 через проставки, но мы воспользуемся 21700. И если у вас тоже есть 21700 типа размер аккумулятора, то он не должен превышать длину 71 мм. Тогда он в этом фонаре будет чувствовать себя комфортно и подойдет. 5000 кельвинов цветовая температура. Открываем коробку. Что же нас ждет внутри? Пенопласт уже давно не кладут, а кладут вот такие вот вспененные материалы. Собственно, сам фонарь, темляк, ну и больше ничего. Здесь находится драйвер, в котором 12 групп, уже знакомы многим. Производитель пишет 6 вольт 3 ампера. То ли это максимальный ток потребления драйвера? Ну, уж точно не минимальный, потому что батарея у нас 4,2 вольта в максимальном заряде. Люмен диод выдает максимум 2000 люмен, но их будет явно поменьше, потому что искажение, стекло и все прочее, их будет, как и всегда, поменьше. Размеры габаритные. Голова 52 мм, хвост 28,2. Длина у него 135,8, но если мы воспользуемся зумом, то он увеличится, и, соответственно, у него станет длина 149,5. Вот, пожалуйста. Посмотреть на диод поближе вы сможете сами, просто вот так вот увеличив, можно его рассматривать. Диод как диод. Стекло в фонаре используется боросиликатное, но я так понимаю, что значит оно устойчиво к царапинам и прочим всяким агрессивным средам. Это прикольно. Вот имеет вот такую вот выпуклую такую линзу огромную. Как раз таки, чтобы делать тот самый зум-ин и зум-аут. Надпись «Конвой Z1», привычная обычная накатка, и вот хвост, голова, середина, они нам с вами напоминают все какие-то различные другие части фонарей «Конвой», потому что такой у них конструктор, вы и сами можете собрать, многие части от одних фонарей подходят к другим. Вот, кнопка стоит из нержавейки, я так понимаю, и, ну, естественно, это металл, то есть вы ее пальцем, ногтем не прошкребете, а такая проблема имеется у некоторых людей. И я так понимаю, что эту кнопку, наверное, можно менять на ту кнопку, которая с подсветкой, почему-то мне так кажется. Я могу ошибаться, но по габаритам она такая же, как на более миниатюрных фонарях «Конвой». Я думаю, что навряд ли она какая-то другая. Но будет ли она работать с этим драйвером, тоже большой вопрос. Нужно, в общем, все проверять. Но, тем не менее, металлическая, я считаю, это плюс. В моем экземпляре при вращении происходят небольшие звуки. Вот такие вот поскрипывания. Показываю все как есть. Возможно, необходимо открутить вот так вот до максимума и смазать вот эту часть силиконом. И тогда будет все мягко вообще ходить. Возможно, у вас уже будет все ходить мягко, и только мне так везет, как в том анекдоте. Либо свисток работать не будет, либо акула глухая попадется. А что дальше? Откручиваем. Резьбы смазанные. Колечко уплотнительное стоит смазанное. Минусовой контакт в виде пружины на зеленом текстолите. Вот это все откручивается, вынимаете, смотрите там, что за кнопка, и, в общем, делаете, как вам удобно. Внутри мы с вами увидим плату, такую вот текстолит фиолетового цвета. Там фиксированный плюсовой контакт, фиксированный, и разбросаны СМД-элементы, ну, то есть детали драйвера, микросхемы и вся обвязка. Вот. Поэтому подвижный элемент только в хвосте пружина. Плюсовой никак никуда не двигается. Ну, с одной стороны, это и хорошо. Ставим батарею, закручиваем, включаем. И вот, пожалуйста, меняем фокусировку. Ближе, дальше. Смотрите такой момент.
Ночные тесты будут позже, в конце вы их увидите. Там вы увидите, как он светит, как чего. Про фокусировку. Бывают фонари, где фокусировка меняется просто вытягиванием головы и заталкиванием ее обратно, вот так вот, то есть вперед-назад. Здесь же она крутится. Кто-то может для себя найти это не совсем удобным. Тут смотрите, что вам больше нравится. Если вам нужно, чтобы вы имели фиксированный зум, какой-то луч, который вот вы настроили, и не хотите, чтобы он сбился, то вот такой, который крутится-закручивается, это надежнее будет, потому что вот вы выставили, а дальше вы как угодно его дергаете, он никуда не сдвинется. А если вам надо быстро менять там, вперед-назад, ну, не знаю, зачем вы там светомузыку устраиваете, то тогда вы ищите модель фонарей, которые вот просто двигаются, не нужно ничего вращать. Здесь же вращается. С точки надежности вот такой вот вращательный механизм, на мой взгляд, гораздо надежней. Вот. По поводу влагозащиты ничего не сказано. Но, вероятно, если все смазать, то под дождиком ему ничего не будет. Ну, а нырять, конечно, с таким фонарем и подводной охотой заниматься не стоит. Для этого есть специальные фонари. Они стоят сильно больше в основном. Режимы переключаются коротким полунажатием. Есть вот такие велорежимы, когда просто свет и вот промаргивает. Ну, хотите это пешеходным даже режимом назовите. Тоже вполне себе. Возле проезжей части где-то. Есть проверка напряжения на батарее. Вот если он моргает 5 раз, то это более 3,85 вольта. Но так ли всем это нужно, проверять напряжение на батарее? Большой вопрос. Присутствует память. Вот. И, конечно, начинается это все с минимальных. Это вот я выключил-включил. Он также и остался. Вот. Если выключить и включить быстро, он переключится на следующий, по-моему, режим. Да? А, нет, остается. Ну, нет, Нет, остается. Просто бывают варианты, когда включаешь-выключаешь, он думает, что нужно переключаться. То есть он засчитывает как за короткое нажатие, там, если быстро прям переключать. Вот, такая вот штука. 12 групп, это означает в том, что в каждой группе свой будет какой-то режим. Например, вам нужно, чтобы у вас не было стробоскопов вообще. Вам нужно, чтобы он включался вообще на какой-то минималке, а потом, ну, там, 0,1% от максимальной мощности, 1, 10 и 50. Или нужно, чтобы включался сразу на 100%, и вы вот ничего, больше ничего не делали. Такая вот штука. Вот это вы сможете выбрать. Как выбирать режимы? Я постараюсь оставить ссылку. Там написано, как эти режимы менять. Там нужно 20 раз там нажать, чтобы войти в режим настройки. Потом нажимаешь и выбираешь, какой именно режим тебе необходим. Там они все описаны. Здесь это все проделывать, ну, есть ли смысл? Не знаю. Переходим вообще к внешнему виду, осмотру как чего. На мой взгляд, фонарь классический, утилитарный и вполне себе хороший. Зум фонари от конвоя уже на канале были. Они не так часты, как, может быть, хотелось бы, но встречаются на вполне приятных диодах. Вот. Питание 21700, на мой взгляд, как плюс, так, может, для кого-то и минус, но плюс в том, что всегда можно поставить 18650 при случае через проставочку, чтобы она там не болталась, ну, через какое-нибудь резиновое колечко небольшое, две штучки одевайте на аккумулятор и вперед. Да, оно может и так даже не болтаться иногда. Вот. То есть такая незадокументированная мультитопливность. Да, то есть, как бы он умеет, но об этом нигде особо-то и не сказано. Вот такая вот штука. А так, в принципе, все, как я и сказал, вполне утилитарный хвост. Из плюсов и необычных то, что на хвосте сразу стоит металлическая кнопка. Это приятно. Также бросиликатное стекло тоже считаю вполне себе плюс. На голове он стоять может, стекло не выпирает, как вы видите, да, то есть как раз оно вот где-то там остается. Вот, что еще можно добавить? Да, добавить, в принципе, больше и нечего. Обычный, утилитарный зум-фонарь для тех, кто что-то подобное искал. Если вдруг вы не находите какую-то ссылку, то просто пишите в поисковике «Конвой Z1».
И дальше выбираете там, где вам удобней, дешевле, ну и так далее. Вот. А на этом все. Отдельная благодарность лично от меня всем тем, кто поддерживает независимость канала. Спасибо вам большое. Для этого есть донаты. Вы можете не донатить. Но если хотите как-то поддержать, то ссылки все в описании. У микрофона был Метатрон. Яркого вам света в тот момент, когда он вам нужен. Удачи!